224 человека погибли в самолете, который возвращался рано утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет смерти, с тобой горсть тепла после долгой зимы донесем в пять минут до утра, доживем наше море вины, поглощаем. Чумазая девочка, ой, какая чумазая. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Хорошей была, не смотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, окольцованной черной луной. Полинка, поедешь вот так, блядь, дворы? Ушлю. Ну, во-первых, ты знаешь, кто это. На прощание. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Как добрались, погода не айс. Надеемся, завтра будет лучше. Это я, Толик. Две мечты, две печали, стакан. Мы воскреснув, тропили до дна. Я не знаю, зачем я дана. Правит мною дорога луна. Смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, мой друг, не прощай. А слез вы от меня не дождетесь. Наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить,
просыпаться с тобой на рассвете. Взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете. Взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить в миг, когда тебя задавило, встать и всем объявить: я вернусь, даже если прибило. Ты знаешь, так хочется жить. Спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду спящим.